Сегодня днем в северо-западном районе столицы встали троллейбусы. Вчера подобная ситуация случилась утром на Марпасадском шоссе. Причины ЧП разные, сообщили в Чебоксарском троллейбусном управлении. 9 октября возле остановки Аникеева габаритный автомобиль задел контактную сеть. Ее восстановили к обеду того же дня. А сегодня троллейбусы встали из-за повреждения кабельной линии резервной подстанции. На нее Чебоксарское троллейбусное управление подключилось на 3 суток, потому что ремонтировали основную рабочую часть тяговой подстанции. После выяснения причин аварии было принято решение о передаче питания контактных сетей троллейбусов через соседние тяговые подстанции. Троллейбусы в это время не стояли, двигались по измененным схемам. В 11:36 бригадами электромонтеров контактной сети были зашунтированы участки контактных сетей. Движение троллейбусов восстановлено в аварийном режиме. В настоящее время на рабочий ввод 6 кВт тяговой подстанции номер 4 подано напряжение. Питание участка производится от тяговой подстанции нормально. Режиме.